Опа-на! Вот такой окушок. Вась, ты можешь... Останемся, значит, да? Да. Ухо. Вот он. О, так... Блин, ухо. Все, вторую мормышку профукал. Это налимяшка. Вот килограмма два такой, да. Доброе утро, друзья. Мы в этот раз справились. Мы встали в 5 утра. Время полшестого где-то. Ну, почти 6. Ну, да, собираемся. Да, начали вставать с 4 почти. Да. Вот маньяки, да? Чего не спится? Сила воли плюс характер. Отпуск называется. Поспать некогда. Всем приятного аппетита. Угу. Сейчас завтракаем и поедем живцов ловить. Избушку подтопили. Жарко даже. Угу. Дверь пришлось открыть. А все равно ночью вымораживает. Выдувает. Выдувает. На игру никак не работает, только на стоячку. Вот, ребят, пытаемся поймать живцов. Что-то даже здесь плохо ловит. Полная размотка, это прямо у избы, где мы налимчика поймали. Кстати, замороженных-то взяли? Я не знаю. Пакет-то? Что-то есть, идет. Вот, литрова, но небольшая. Ничего. Обсосанный, весь чистый. Обсосанный, без чешуи, да? Чистый. Все, чешуи нет. Тоже полная размотка. Это следующая жерлица. Ну, флажок отскочил, так, знаешь, была сработка, жерлицы такие душные, так. Он сработал и вылетел. Кстати, крутит. Ты же видел сейчас? Да. Подсекаем? Да, подсекаем. Вась, я говорю, подсекаем, а не сиськи льем. Давай. Леску не пробей, блин. На удочку. Я говорю, подсекаем, так они этот. Так я подсек. Че ты подсек-то? Как это? Тут вот, все. За пивку по теребенькам. Кому чего? Вот так вот. Ладно, пойдем до следующей, пока Вася переживляет. Вот получается три подряд сработки. Да, они пустые, холостые, но все-таки сработки. А это, может, вообще просто замерзли. Там дергается. Давай быстрее, отбивай. Держи. Стой. Вот он, налимяшка. Я себе говорил. Китикет, ёптать. Китикет. Я тебе говорю, ты несчастливый. Я тебе камеру дам. Не нафиг. Я счастливый. Пойдем следующее, достанем. Пойдем до следующего.
На. У вас камера совпадает. Ну что там, дергается? Ну. Ну где она счастливая? Да где? Где? Непонятно. Вон счастливая, вон, видишь, он. Да конечно. Когда лежит. Вот ты мне сказки рассказываешь. Ничего не рассказываю. О. Что-то вроде как из. Блять, опять не дергается. Или сошел, что ли? Не, за траву цепляла. Так бывает. Вот это у тебя улов. Вот у меня таких вот, понимаешь, пол этого гряды. Ничего подобного. Он первую же взял, сразу тут же налим. Справились, ребят. Доехали вот на всем, на нашем поле. Желез. Всего две сработки. Это вот одна из них. Размотка, конечно, полная. Но вот ничего не дергается. Я стал пессимистом после того, как, сколько мы, 5 штук пустых, да, там, пустых сработок получили. В жертву решила отдать озеру или мне. Всем. Там, где на постовушке вот лови, поймали вчера двух лещей. Кстати, сегодня подлещика маленького вытащили, такую с ладошку. Совсем липок маленький. Вот, мы решили здесь попробовать остановиться. А на улице ветер очень сильный. Все обмерзает сразу. А с палаткой хорошо. Там не дует. А еще запрыжем, не дует. Да не, так хорошо. Обзи. Ты дослух сказал? Похоже, да. Ну пока, конечно, не клюет. Мы подкормили. Но подождем. Подлещики днем попались. Утром поставили, да? А вечером сняли их. Знаешь, они днем попались. Поэтому ждем, 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 надеемся и верим. На желез ничего не попалось. Кроме налима. Все. Ну вот налим, у избы, да. Можно вообще все это снимать и там поставить эти налимяшек. На трубке. Дергать, да. А здесь две сработки. Это не серьезно. И обе холостые, да. Это не серьезно. Не серьезно. Это очень серьезно. Ладно, ребят. В общем, сидим, ждем. Друзья. У нас загар есть. Вышел из палатки посмотреть. Вот, ну не знаю. Кстати, ветер очень сильный. Посмотрим сейчас. Смогу ничего. Размотка не полная. Не, похоже, опять ничего нет. Там вроде, кстати, еще один горит. Ну, блях, мой. Вон там вроде еще один горит. Он самый крайний. Ну, сейчас я перемотаю и пойдем туда сходим. Пробуем, ребят.
молясь. Господи, не обнеси меня опять, пожалуйста. А похоже, опять голяк. Ух ты, как Вася ее поставил-то на отвадок, конечно. Так, не зацепится ничего. Ладно. В общем, опять облом. Ну ладно. Скорее всего, это получается окушки балуются. Поэтому сейчас попробую с воблером походить. Сбалансируем. Ребят, загар прямо у палатки. Вот мы с Васей такое сооружение сделали. От ветра хорошо закрываться. Ветер очень сильный. Сейчас посмотрим. Будет очень грустно и печально, если опять холостую. На удочке, кстати, ни одной поклевки не увидели. Все ждем леща, выхода леща. Ну, кстати, полная размотка. Так что мы-ка сейчас попробуем. Так. Пожалуйста. Целая размотка. И никого тут нету. Нет, есть кто-то. Кто-то есть. Здесь нежно, чтобы губёшки не порвать. Так. Опа-на! Я говорю, надо было чай пить. Пошел я за живцом. Все нормально, ну киложка такая. Такая красивая. Ну вот, ребят, наконец-то. А то все холостые разводки. Грустно. И, кстати, здесь, по-моему, уже дважды или трижды вот это срабатывало, и все в холосту. Классно, наконец-то. Вот, все. Сейчас нам... Охотники поймут, охотники, говорю, рыбаки поймут. Настроение сразу поднялось. Сразу ту-ту-тру-тру-тру. Класс. Все. Ловим, в общем, ловим. У нас полная размотка, так что не знаю. Опять кто-то побаловался. Походу, окушки надо вот. Все, все, пойду балансируем здесь. Так вот, ребята, опять холостую. Где рыба? Где рыба? Отпустил опять? Да, отпустил. А маленькая была. Я ее на крючок повесил и отпустил. Вася. Вася не шлю, вот потому что ты пришел. Друзья, извините, пожалуйста. Но! Это окунь балуется. Вася вообще просто золото. Вася золото. Если не палатка, замерзнул сейчас, у сопли бы мороженое. Нифига подобное, я вам сейчас вот... Ребята, я сейчас поймал на блесну железную. Окушка. Вот такой окушок. Нормальный. Почему бы в бахолоте не видно было? Он откуда-то так быстро подскочил. Обрыбил? Обрыбил плесенка. Это плесенка новая. Вообще с удачей. Единственное, что я у нее поменял этот крючочек с кембриком поставил, чтобы как раз окушки еще могли брать. Судака не факт, что найду, да и окунь это не просто найти. Ветер очень холодный, сильный холодный.
3 дней вот красиво было, хорошо. Тепло, безветренно. Теперь посмотрите. Не будешь? Чего? Не снимать. Ты мне веришь, да? Нет, не верю. Ну ладно. Я даю тебе шанс оправдаться. Почему так? Опять нету ничего. Надо было с другой стороны сесть, да? Все, ладно. Пару яиц. Куриных. Смотри, поколотили. Мы так вот решили пообедать. Устали. Время обед уже. Пора. Нажали вот таких вот колбасок. Так вот вчерашнюю разогреем. Сейчас еще яичко туда. Вот такой вот дастархан. Ничего не попадет. Мимо рта. Все, ладно. Сейчас. Время обед. Кстати, время 1:00 дня. Обедаем и пойдем дальше. Окушка одного поймал. Будем надеяться, что все-таки будет поклевывать. Но пока грустно. Вась, ты можешь останемся, значит, да? Да. А у меня-то не клюет. Почему у тебя-то клюнуло? Я не знаю. Ну ладно, тогда остаемся. Едем. Вот такой липок маленький. Давай. Опа. Блин, достойная сорожка. Достойная. Хорошая. Покажи поближе-то. Сладуха. Да, да. Жирненькая. Хорошая сорожка. Она, наверное, еще и с икрой. Может быть. Золотая. А у меня только что мормышку окунь объел. И после этого ничего не клюет. Так-то, а? Какую приятно ловить. В общем, Вася клюет, а у меня нет. Он мне мстит, когда я окуня один поймал, а он нет. А он в это время кашеварил. О! Бляха-муха! Вот он! О, так! Бляха-муха! Все, вторую мормышку профукал. Елки-палки, а. Ты видел подлещик какой? Видел, шикарный такой. Вот такой подлещик ушел у меня, пока снимаю. В общем, надо как-то отстраниться, но флешка заканчивается, я боюсь. И вообще без кадров остаться. Не знаю, сейчас буду что-то думать. Либо рыба, либо съемка. Замерз капец. Сработка. Интересно, а расстроимся опять или нет? Улыбнемся. Улыбнемся. Нет, что-то есть. Есть. Ну, вообще маленькое что-то. Тебе кажется. А может вообще нет. Сейчас вообще что-то грустно. Для хамуха. Опять минус кадр. Вот, нормальный.
Нормальная поклевка была или так? Опять? Нормально. Может, кушки пришли? Или просто один залетный? Подо льдом прямо. Само льда? Крупная мелочь. Угу. Чего? Вот подо льдом нормально вроде. На кромке, под да? Под самым льдом. Вон он бегает. Вон, смотри. Прямо к камере подходит. Крупный. Небольшие, но прямо подо льдом вот трутся. Ух ты, много их. Мы все опускаем на дно. Прям камень оттуда. Покажи трофея. Может его как раз на крючок одеть. Сорожка. Камера отказала, я не знаю, что такое. Пишет ошибку. Сиди, я надеюсь, там хоть что-то осталось. И посмотрите, какой красавчик. Вот это налимяшка. Вот килограмма два такой, да. И все так же у избы. Зачем мы ездим за 5 километров, 5-6 километров туда-сюда мотаемся. Вот они где. Вот он какой красавчик. Одно удовольствие его вытаскивать из лунки-то. Упирается. Уси какой. Короче, вот так рыбачим. А, кстати, до этого вот еще. Вот это. Вот. О, какая. Тоже, наверное, что, кило 200, наверное. Вообще, сегодня день тоже удался. Шикарный. А вон там еще одна. Вот, это уже задубело. В общем, ребят, хороший день. Прекрасный день. Еще бы GoPro бы этот мост не колупало бы. Было бы вообще прекрасно. А так все, едем до избы. Готовим ужин. Отдыхаем. Спим. Сегодня опять в 5 утра встали. Так. Надо отдыхать. Похоже, пила замерзла. Работа нет. Ну, весной в прошлом году ездили. Вот то же самое вот. Я же с тобой привозил живцов, точно так же бочки. Поменяли. Ну, знаешь, смогли поймать там несколько штук. Вот на свежепойманных тут же эти сработки. А эти стоят и стоят. Возьмем обед по расписанию. Все, садимся. Все, друзья.
ужинаем. Вася сказал, я его заморил. Голодом. Да вообще просто сегодня. Не кормлю ничего. Сказал, сегодня ничего готовить не даст. Тушенки не даст. Все. Вчерашний суп доедаем. Вчерашний суп? Вчерашний. Самый вкусный, кстати. Я думал, что сегодня что-то свеженько приготовить. Ничего не приготовил. Ладно, ребят. В общем, подошел какой же? Третий день? Да. Третий день. Хороший день. Мне понравилось. Вот Налим порадовал. Прям вообще. Щучки, понятно. Щучки, как бы, приятный бонус такой. Ну вот Налим красивый. Меня очень порадовал. Далеко ездить не надо. Да. А вот Вася еще хорошо половил. Но я не снимал, потому что камера заглючила. Вот. Сколько, наверное? Штук 5, наверное, 6, наверное. 6, таких, этих подлещиков. Да? Маленьких. Подлещиков. Окушка, да. Нет, окушков я не брал, ты окушка. А, да. У меня две мормышки объели. У Васи одну. Такие, в общем, хорошо половили, да, там нормально, у меня такой липок такой нормальный был, грамм 300-400, наверное. Нормально, хороший день, самое главное, отдыхаем. Ну, еще не вечер, что-нибудь приготовим. Полежим, почешем пузо, да, не. А может, мы еще поедим. Нет, еды у нас много, нормально, может быть, хлеба не так много. Нет, мука можно было испечь. Мука есть. Я шучу. Не знаю. Ты сам сказал, мука есть. Мука есть, печка есть. Вперед.